Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается 2017 год, и я хочу поздравить вам всем с наступающим новым 2018 годом. Желаю вам творческих успехов, успехов, новых интересных идей, вот, освоения FL-PROG, чтобы освоили, и вы сами то, что хотели делать, вы сами уже стали это делать. И всего наилучшего, как бы. Так, я хочу сказать, что вот это прошедший 2017 год был непростым годом, особенно для меня. Это, можно сказать, был самый тяжелый год в моей жизни. Но, несмотря на это, я старался вот из всех сил и много обещал в прошлом году, некоторые обещания выполнили, некоторые не выполнили, но я думаю, дело идет. И я смотрел сегодня, где-то около 200 видео сделал. Так. Я хочу вот поделиться некоторыми моментами. Вот много изменений произошли в этом году в FL-PROG. Некоторые моменты я хочу показать вам в этом видео, как бы, чтобы вот отдельно вот это еще не обращаться к это. Давайте открою FL-PROG и там некоторые моменты покажу. Так, за этот год очень много изменений вот было в FL-PROG. И как всегда, вот когда изменения происходят, там некоторые вещи уже перестают работать. В моих видео очень много скетчей перестали работать вот из-за этих новых вещей, которые происходили в FL-PROG. Там поменялся вот эта Arduino идея, вот новую версию, как стал работать FL-PROG. Некоторые проекты перестали у меня работать. И кроме того, вот на последней версии, на последних версиях, последняя 3.0.3 версия, здесь обратные связи перестали работать. То есть это плане программирования правильно так не должно быть, но раньше можно было, и как бы вот многих обратных связей в моих скетчах, поэтому эти скетчи перестали работать. Давайте я здесь сейчас покажу, что это такое обратная связь. Вот, допустим, если у вас вот такую схемку сделали, так, вот, допустим, вот такой есть. И нам необходимо, чтобы после включения REST-триггера, вот, чтобы здесь заблокировался AND. Вот здесь, допустим, инверсия стоит, а сюда единица, он включился. И раньше можно было вот это сюда соединить. Вот, а теперь, видите, никак невозможно. Так что имейте в виду, если у вас это обратные связи вот не работают, вот это уже из-за того, что вот в новых версиях это не работает. И скетчи, вот, которые сделаны ранее, и тоже так же не будет работать, наверное. Я не попробовал, но многие уже жалуются. И чтобы все это работало, или загружайте старые версии FL-PROG. Вот смотрите дату, вот когда видео сделано, и в это время актуальная версия FL-PROG, который был, вот этими загружать, и схема заработает. И я хочу сказать, что некоторые перестали работать, библиотеки обновились какие-то, из-за этого тоже перестали работать. Так что имейте в виду, вот старые скетчи могут и не работать. И здесь вот по поводу вот этого можно, я думаю, вот так делать. Если необходима обратная связь, делаем вот это переменные, вот переменные делаем, сюда соединяем, потом сюда, и все, будет работать. Вы видите, соединялся, и будет работать. Таким образом вот это будет работать. Так, а теперь о планах в новом году. Вот здесь уже очень много изменений произошли в FL-PROG. Я думаю, вот надо вот скетчи делать, вот исходя из этих. Здесь
добавился вот эта команда аппарат, на мой взгляд, вот это очень хорошая вещь. Вот здесь вот находится команда аппарат. Вот этим можно заняться, скетч делать на нем интереснее. Так, и я хочу вот это матбасом еще очень плотную заняться, матбасом. В FLProc добавился SCADA-система, вот эти SCADA-системы, правда, он еще очень сырой, там графики почти нету, но я думаю, со временем Сергей сделает как надо, и это тоже. И у меня в планах, вот с 1 января я хочу, вот мне интересную идею подали, ну, для автомобилистов, как бы ничего я не делаю почти. И вот интересная идея, на мой взгляд, вот я хочу вот это попробовать, посмотреть, что получится. То есть управление отечественным автомобилях вот устанавливает пневмоподвески и управление этим пневмоподвеском. Я смотрел в интернете, там управляют при помощи 4 кнопок, то есть на глаз нажали кнопку, поднимался, сколько надо, отпустили, выходит с машины и снаружи. Вот я хочу вот эту какой-нибудь контроллер сделать для управления вот этим пневмоподвески, что можно было с Android устройством управляться, с некшеном, вот это, ну, это в планах. Я посмотрю, начну делать, посмотрю, как получится. Если получится, сделаю и это выложу. Так, и у меня мысль еще, вот многие интересуются каскадой. Правда, вот создатели каскады делали видеоуроки, как бы там есть много видео, но это видео как бы нам не подходит в плане вот FLProc, как вот подключаться, как настроить такие вещи. Может, стоит вот видеоуроки делать отдельные по каскаде. В комментариях напишите, если посмотрю, вот если захотите, я сделаю, потому что это очень хорошая вещь. Я раньше очень много всяких вот всего вот на него делал, и мне нравится легко работа с каскадой. Так что посмотрите, напишите, если что, я несколько видео сделаю по каскаде. И тем более там у них тоже очень большие изменения есть, там множество всяких функций добавили, улучшили. Так что так, и самое главное, я буду рассматривать вот те проекты, вот которые связаны с производством. Если у вас какие-то проекты связаны с производством, там то есть автоматизированы какие-то технологическими процессами или что-то типа такой, вот эти проекты я первым делом буду рассматривать. Если есть такие проекты, выкладывайте, вот это алгоритм работы, я посмотрю, если сумею вот эти проекты, могу вот делать как бы так. И также вот с наступающим новым году также, ну, буду отвечать, стараться вот помочь вот те, которые нуждаются в помощи. Но здесь, ребята, я хочу вам сказать, что очень много мне пишут, я всех физически не могу помогать, это невозможно, каждый день по 20, 30, 40 вот писем получать разными вещами, особенно вот это скетчи вот переделывать, каждый по себе хочет, чтобы скетчи переделывал, но вы сами понимаете, что это невозможно. Здесь в видеоуроках я все рассказываю, как это делать лучше, и самому вот такие вещи. А интересные проекты выкладывать я посмотрю, если будет возможность, и если это интересно будет многих, вот это обязательно я сделаю. Так, вроде все, о чем я хотел сказать, о планах. И еще раз вот поздравляю с наступающим Новым годом, и я благодарен вам за то, что вот в этот год были со мной, несмотря на мой тяжелый речь, очень много это, многим это отталкивает, но некоторые уже привыкли и так слушают.
Так что это, я думаю, что новом году у меня в планах нету изменить этот рецепт, не получается. Так, еще раз с Новым годом, всего-всего наилучшего вам. До свидания.